Семена моркови Кантербюри F1 порадуют садоводов хорошим урожаем, способным долго храниться. Срок созревания наступает через 100 суток после появления всходов. Корнеплоды имеют коническую форму, масса отдельных экземпляров достигает 300 граммов. С каждого квадратного метра грядок можно получить до 6,5 килограммов урожая. Морковь Кантербюри F1 ценится среди садоводов за неприхотливость и устойчивость к распространенным заболеваниям. Уход за грядками заключается в периодическом поливе, прополке, рыхлении земли. Чтобы добиться максимального урожая, следует подкармливать растения минеральными удобрениями. Морковь Кантербюри F1 – это однолетнее растение. Морковь прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Морковь Кантербюри F1 имеет среднеспелый срок созревания. Плоды моркови созревают в месяце июль-август. Масса плодов приблизительно 120-300 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода коническая. Цвет плода темно-оранжевый. Ягоды можно потреблять в свежем виде. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.